Начинаем цикл лекций «Как пользоваться iPad'ом для учителя музыки». Необходимая программа – сканер. В данном случае мы попробуем использовать Genius Scan. Начинаем. Вначале мы добавляем, нажимаем на плюсик. И тут выбираем слова «сканировать из камеры». Направляем на необходимую область и нажимаем на значок фотографии. Далее мы редактируем. Нажимаем на волшебную палочку в правом нижнем углу. Тут у нас есть несколько опций. Начинаем с обрезания. Обрезать. Вводим углы и выравниваем картинку до нужного. Далее мы можем, если необходимо, повернуть в любую сторону. Далее. Фильтр. Если недостаточно белая картинка, то фильтром мы меняем цвет. Делаем фотографию. Вот здесь цвет. Либо оставляем черно-белые. Далее закрываем окно и переносим вот этим значком квадратик со стрелочкой в другие приложения. Здесь обязательно, чтобы был формат PDF. Если его нет, надо выбрать PDF. Если мы хотим, чтобы у нас был PDF-формат. Другие приложения выбираем. Я рекомендую скопировать в документ. Почему? Потому что сразу же здесь очень удобно переименовать. Здесь у нас вот этот документ, мы его переименовываем. Например, вот стираем, пишем нотки. Можно сразу сохранить необходимую папку. Мои файлы мы уже создали в папку заранее. Например, папка «Всячина». Переименовать. Возвращаемся и сохранить. Нажимаю на кнопку. Захожу в документы. Захожу в папку «Всячина». Вот эти нотки, которые мы только что сосканировали. Как удалить еще? Давай покажи. Вот как удалить, если надо удалить. Если надо удалить, откуда? Ну, отсюда же, из «Всячины». Из «Всячины». Я слово «выбрать». Угу. Нотки. Вот. И... Корзинка. У нас корзиночка. Все, угу. Этого файла больше нет. Угу. Если же мы удалили по ошибке, угу, то у нас есть папка «Недавно удаленные». Вот она. Угу. Вот. И слово «нотки». Угу. Могу восстановить. Нажать на нее. И вот ее перемещаем вот этой кнопочкой. Вот сюда. Перемещаем во «Всячину» обратно. Угу. Переместить. Таким образом. Теперь хорошо.